Пляж Санта-Мария-Бич приветствует нас. Всем привет, дамы и господа, у микрофона Эдди. Сегодня посмотрим сумасшедший мод, который позволяет нашему Си-Джею превратиться в Титана из аниме «Атака Титанов». Нажимаем два раза ТТ, ну то есть ТТ, еще раз. И он, ему стало плохо, и вуаля, он превратился в самолет АТ-400. Но по факту это какой-то огроменный просто Титан с тенью Боинга. Смотрите, клавиша, ух ты, он может уничтожать людей. То есть мы обычно ходим, то есть W, там D, вот эти клавиши, это все для ходьбы. Но есть клавиша прыжка, это клавиша контр. Смотрите, он такой пригнулся и ошалеть, как он прыгает очень жестко. Аж все взрывается в округе. Это реально мод, который сносит, наверное, голову. Но тяжело ходить в таких локациях, очень тяжело, потому что деревья — это статика, они не дают никуда пройти, они стоят вкопанные. То есть при приземлении получается такая гигантская ударная волна, которая уничтожает всех вокруг. Еще, кроме контр, можем нажать на клавишу Е, и это будет типа такой шлепок, как будто будем давить букашек ногой. И вот также ударная волна уничтожает всех в округе. На самом деле, да, мод вообще прикольный, интересный, но его движения, они какие-то скованные. Мне чем-то напоминает этот тип, этот Титан, обзор на самый большой монстр для GTA San Andreas. Помните, монстр это такая, такой внедорожник. И я как-то обозревал монстр, который, не знаю, раз в 10 больше стандартного. Здесь также, если вам нравится гигантизм, то мод, собственно говоря, для вас. Но вот, ну, честно говоря, тень от Боинга, ну, немножко напрягает, как-то не вписывается вообще в эту атмосферу. Ну, чтобы превратиться обратно, нажимаем клавишу F. Мне очень нравятся вот эффекты, которые присутствуют, друзья, вот такие, как будто Зевс ударил в кого-то. И вот мы оказались на пляже Верона-Бич в теле нашего Си-Джея. Вдали виднеется тропический остров. В общем, если вы фанат Атаки Титанов, то данный мод, я полагаю, вы оцените. Так что всем спасибо, be safe, увидимся в следующем обзоре. Всем пока!